Всем здравствуйте! Это мой видеоотчет за вчерашний сеанс с Давидом. Первое, что я заметила вчера, ребенок заинтересовался пирамидкой. Раньше он не любил ее собирать, а вчера она его заинтересовала, и он с ней играл. Второе, что я заметила, я купила ребенку детскую посуду, и вчера он поил меня с чаем. С детской посуды наливал мне чай, себе наливал чай. Ему было интересно, он понимал правила игры, как это играть. Следующее, что мы заметили, ребенок игрался с собачкой и сказал на нее «г-г», то есть попытался сказать «гав-гав», потому что я всегда ему говорю, что собачка «гав-гав», кошечка «мяу-мяу». Вот вчера он мне повторил, что собачка «г-г» пытался сказать. Что еще же я заметила? Я вчера звонила по телефону, и он видел у меня в руках телефон и попытался повторить, как я звоню, и сказал «абу-абу», то есть «алло-алло». В общем, вот такие у нас маленькие изменения, очень приятные. Спасибо за это Давиду, и ждем сегодняшнего сеанса. Всем удачи, до свидания.